У нас в гостях Анатолий Гаврилюк. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о вашей компании и что вы представляете на этой выставке. Наша компания состоит, эта группа компаний состоит из двух компаний. Это производство кондитерских изделий, кондитерская фабрика «Дива Хлеб», и компания по производству напитков. Это ООО «Живые соки». Мы находимся в производство само находится в Ленинградской области. Сама компания из Санкт-Петербурга. Наши продукты, наше направление – это продукты здорового питания на основе натуральных продуктов без содержания красителей, ароматизаторов, ну и прочих синтетических продуктов, которые там часто употребляют производители. И мы на сегодня наши такие важные сегодня и продукты, это и для детского питания, в частности, напитки, мультизлаковые батончики. Мы продвигаем на рынок продукты из отечественного сырья, в частности, такой продукт, как мультизлаковые батончики «Здоровый перекус», на основе вот технологий взорванных злаков, которые имеют повышенные потребительские свойства. Вот. Напитки – это напитки на основе отечественных наших российских продуктов, наших лесов. Это из ягод, черника, голубика, клюква, брусника. Наша новинка последнего времени, новая, это такой напиток на основе чайного гриба. Это камбуча, который все больше получает популярность среди покупателей. Это продукт натурального брожения. Это продукты нашей собственной разработки. И мы думаем о том, что мы с этим продуктом, просияем на нашем потребительском небосклоне. Какая у вас программа «Максимум» на выставку World Food? Программа «Максимум» – это познакомить с нашими новинками для наших потребителей, для наших покупателей, наших партнеров, рассказать о том, что это за продукты, вот, постречаться, найти вопросы взаимодействия, что стоит, что думают наши партнеры, какие есть нюансы в продвижении наших продуктов на рынке. Вот. Эти вопросы мы уже решили. Частично мы также ищем для своих продуктов, ищем потребителя, иностранного потребителя. И уже мы там заключили один контракт, и крупный контракт с одной компанией, скажем, из Ирана. Вот. Еще там есть несколько компаний, с которыми мы провели переговоры. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешными, и мы начнем стабильные поставки в те страны, которые нашли заинтересованность в нашем продукте. Желаю вам успехов.